Перед визитом смоленские педагоги побывали на лекции регионального эксперта, доцента смоленского филиала МЭИ Юрия Божина, который рассказал им о перспективах развития атомной энергетики и современном подходе к энергосбережению. Прежде чем поехать на эту экскурсию, с нами была проведена информационная экскурсия, проводил ее преподаватель энергоинститута, то есть он объяснил нам технологию и вот это производство этой энергии. Естественно, нам уже легче было сегодня на самой электростанции эту всю информацию воспринимать. И мы поняли, что это безопасно. Экскурсанты побывали на Смоленской АЭС, узнали о технологических процессах выработки электроэнергии. Учитель начальных классов Ирина Миначева давно мечтала побывать на Смоленской АЭС и увидеть собственными глазами весь процесс производства электроэнергии, чтобы в дальнейшем в подробностях рассказывать об этом своим ученикам. Сегодня моя мечта сбылась. Я очень благодарна организаторам за эту экскурсию. Она очень познавательная, интересная. Все было нам доступно, изложено. Мы не только смогли посмотреть, но еще и на тренажерах попробовать, как это все работает. Более полное представление о том, как работает атомная станция, педагоги получили на полномасштабном тренажере блочного щита управления в учебно-тренировочном подразделении.